Казалось бы, что может быть проще, чем перейти дорогу через пешеходный переход? Машины притормаживают и пропускают пешеходов. На деле так получается не всегда, что подтверждает статистика ДТП на пешеходных переходах. Причем нарушения бывают со стороны как водителей, так и пешеходов. Зачастую люди сами пренебрегают правилами, перебегают дорогу в неположенных местах и сознательно подвергают свою жизнь риску. Так, в Симферополе по своей неосторожности с начала года погибло 16 человек. Инспекция рекомендует в темное время суток или в условиях недостаточной видимости использовать одежду светлых тонов, в обязательном порядке использовать световозвращающие элементы. Чтобы проинформировать население о плачевных последствиях несоблюдения правил, сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеход, пешеходный переход». К нарушителю применяются санкции, штраф 500 рублей. ГАИ города Симферополя, здравствуйте. Простите, пожалуйста. Я понимаю. Будьте добры, пожалуйста. Обезопасить пешеходов в ночное время суток могут светоотражатели. Благодаря таким элементам водитель может увидеть пешехода на большом расстоянии и принять меры для предотвращения наезда. Сегодня в рамках акции симферопольцы бесплатно получили защитные объекты. Держите, девчонки, световозвращающие элементы. Сотрудники госавтоинспекции на нерегулируемых пешеходных переходах и других опасных участках дорог, где ранее регистрировались наезды на людей, проводят плановое дежурство, чтобы количество аварийных ситуаций на дороге свести к минимуму. Анна Беляева, Артур Хороший, служба новостей ИТВ.